тут у нас еще патроны. Конечно. Везде лежат патроны. Скинем в ящик. Этот силовой кабель. Синюю траву скидывать не будем, покажем, как выглядит соединение. Вот такое вот, не знаю, серое, коричневое. Поймешь, какого цвета. Не, ну я не намекаю, что вы, конечно, не поймете, но я немножко дальтоник, и все непросто. Так, мечку мы оставим при себе. И эти патроны скинем к себе. Теперь, я думаю, мы готовы идти далее. Да, больше нам, по-моему, ничего не надо. Траву можно взять, но... Так, там будет Немезис? Да, там будет Немезис. Но я не помню, будет ли еще трава по пути. Ох, давайте возьмем одну. Все равно нас уже покусали, ее можно будет использовать хотя бы перед тем, как куда-то идти. По-моему, тут дальше будут еще собаки. Я еще разочек сохранюсь. Да, собаки, 3 штуки. Но мы делаем по-мудрому. Хотя, может, нас это не спасет. Но они застревают друг в друге, это нас спасает. Вот это не Dead Space, но очень мило. Так, патроны перезарядим. И добиваем. О боже мой. Есть. Два есть. Так, еще одна карта Даунтауна. Даунтаун. Это просто еще неприятную штуку новую, которую мы уже видели. Может, так, давайте сделаем. О боже мой, она еще жива. Да, все, мы победили. И вторым мы попробуем убить как-то более колоссально, так эпично. Есть. Один патрон, один труп. На харде это бы очень пригодилось бы. Да и тут очень даже приятно сделать это порох. Похоже, больше чего нету. И мы идем далее. А, вот трава, трава, трава. Блин, не знаю, давайте используем это, что... Ну да, 2 штуки. Что взять вот эту круглую штуку, нам нужно будет сначала получить штуку, которую надо будет ставить справа, это книга. Иначе мы не сможем выйти, когда возьмем круг. Поэтому пока мы его брать не будем. Итак, тут у нас ничего нет. Где-то тут должен лежать файл, точно. Вот. На самом видном месте путеводитель. Что-то он там рассказывает. А Мэри, что ли? И мы идем далее. На кухню. Тут находится шкафчик, который нам нужно открыть. Опять же, отмычкой. И здесь лежит пожарный крюк. Не знаю, выглядит как оружие Гордона Фримана, любимое. Так, используем крюк. Катсцена. Что это? Успокойтесь, леди. Я не зомби. Меня зовут Карлос, капрал отдела по борьбе с биологической опасностью корпорации Umbrella. А как тебя зовут? Джилл.
Ты только что сказал, что принадлежишь к войскам корпорации? Да. Мы прилетели сюда, чтобы спасти гражданских. Но все пошло не так в тот момент, как мы приземлились. Вот и Немезис. Но убивать мы его будем как-нибудь осторожно. Типа... спрятаться на кухне. Оптимально. Пригнись! Удобно. С ума сошла! Ты могла поджарить нас обоих! Сюжет бы не позволил. Так. Ну, он пока лежит. Спустимся вниз. Так, как... камня там вряд ли... камень там вряд ли будет, так как мы пошли этим путем. Так он должен лежать у этого человека. Если проходить игру по-другому и сначала зайти в офис с журналистом, то тогда камень будет здесь. А так камень теперь лежит в офисе журналистов, куда мы и направимся. Но сначала нам придется убить Немезиса. Вот он так внезапно просто нападает и ударяет нас. Попробуем по стрелушке устроить. Так, главное, чтобы он не убил крыса. Нет, это не Крис же. Это Карлос, да. Любит он людей на букву К называть. Так, у него уже жизни мало. Поэтому, я думаю, надо валить его побыстрее. Ну, помогай. А, боже ты мой. Боже ты мой. Да, есть. Молодец. Последний хитпоинт сделал. Так, кстати, если играть на уровне сложности тяжело, то из каждого Немезиса падает по части от оружия, и потом можно сложить свое оружие, так сказать. Если собрать две части, например, от тех двух, которых мы убежали, уже получается пистолет, который неплохо делает хедшоты. Подожди, я должна кое о чем спросить. Я знаю. Ты хочешь встречаться? Всем тёлкам нравится мой акцент. Они от него тащатся. Что? Ну-ну, мечтай дальше. Скажи мне, почему корпорация вызвала твою команду? Мы должны спасти гражданских. Не надо мне лгать. Весь этот бардак из-за корпорации. Послушай, мы всего лишь наемники, мы работаем за деньги. Ты думаешь, хозяин объясняет своей собаке, почему она должна принести палочку? Если тебе нужны ответы, поговори с кем-нибудь еще. Я не из корпорации. Веришь ты или нет, но мы здесь только для того, чтобы спасти людей. Если ты мне веришь, то помоги нам. Подумай об этом. Если ты веришь нам, подумай. Так, что нам надо? Нам надо перезарядить дробовик. Надеть пистолет. Скинуть барахло в ящик. Патроны еще для дробовика. 56 штук. Тут лежит ржавая ручка. Пригодится нам позже. Скинем порох. Одну траву. Не знаю, дробовик, я думаю, нам пока не особо-то и нужен. Тмычка нам тоже не нужна. Это нам не нужно. А нужен нам... ну, не знаю, что нам нужно. Камень. И, пожалуй, это. Все, надеюсь, я ничего не забыл. Сохранимся тут, что ли, раз это... пункт сохранения. Вот тут много зомбиков. Не знаю, пожалуй, я их убью, чтобы они не мешались. Потому что, по-моему, ходить мне тут еще не раз. И...
умирайте. Ну, боже мой, давай. Отлично. Так. Подозрительные звуки, там их два или три. Наверное, два. О, какой ракурс. Я думаю, все же их тут три. О, боже. Тихо. 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 Ну где еще? О боже ты мой. О боже ты мой. Не-не-не-не-не-не.